Проверка мембраны. Это у нас Тайвик Софт, по-моему, Тайвик Софт. Вот она лежит на кастрюле, и там кипит вода. Так. Вот мы берем стеклянную крышку. Сейчас ее протру. Накрываем. Вот смотрим, как тут плотнее надо. Тут пока ничего не идет. Ну вот. Капельки образуются. Ну, видно. Сейчас дождемся, когда капельки станут достаточно большие, что начнут стекать по крышке на мембрану, и пропустит ли мембрана обратно их, эти капельки. Это и будет тест. Ну вот, что-то там уже накапливается. Подождем еще немножко.